Всем привет, с вами Алексей. Мы продолжаем прохождение сен эпизода This Emergence. Загрузочный экран. Так, статистика. Оружие, уровни, графы, очки, оружие, прохождение, исследование здоровья, урон. Типичный офицер Джон Блейд. Как я и говорил, в игре адаптируемый искусственный интеллект, то есть он будет подстраиваться под наши способности. Если мы будем играть хорошо, он будет усложнять сложность, если у нас что-то не будет получаться, он нам будет поддаваться. Уровни: доки в ловушке. Найдены секретов на уровне 0 из 3. Да, и в игре очень много секретных мест. Я хочу постараться найти их все. Эй, сюда! Я Мартин, правая рука Гаррисона. Дай угадаю. Ты Блейд, великий капитан Хард Корпс. Я ожидал больше. Слушай, не знаю, что ты собрался здесь разнюхать, коп. Гаррисон хороший человек. Импорт и экспорт сейчас непростой бизнес. Мы соблюдаем законы. Ты должен понять, он просто делает то, что должен делать. Как и я. Наш босс не любит большие пушки. Чисто. По крайней мере, ты следуешь инструкциям. Он ждет тебя. А ждать он не любит. Я бы не испытывал его терпения. No bicycles, no skateboards, no pets, no children, no smoking, no guns, no blades. Гаррисон ждет. Я слышу, слышу. Он в конце причала, не теряю времени. Чтобы поднять объект. Вон он стоит. Полковник Джон Блейд. Я уж подумал, что ты не придешь. Я бизнесмен, несмотря на мою репутацию, Блейд. Может, я не являюсь почетным гражданином Фрипорта, но... Я всегда старался вести себя более или менее порядочно. Но то, что творит этот человек, скажем так, на данный момент наши цели совпадают. Тебе нужен Радек? Я сдам его тебе. Логово Радека, как ты, наверное, уже знаешь, распространяется как раз по внутренностям этого древнего танкера. Настоящая крепость. Его наемники следят за всеми входами и выходами. Лобовая атака будет самоубийством. Даже для тебя. Придется пройтись по территории, контролируемой Радеком. Чтобы попасть к нижнему входу, тебе придется пройти мимо маяка и сквозь электростанцию. Но внутри тебе понадобится... Ты слышал? Мартин, эта сволочь нас подставила. Иди, Блейд, я выберусь. Ух ты, ёлки-палки. Скорей, скорей, скорей. А вот и первый секретик. Серебряная рыбка Фиш. Вы нашли секрет. Плывем, 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 плывем. Бежим, 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 бежим. Бежим, 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 бежим. Что-то линейки здоровья нет, они показывают, сколько у меня хп. Бежим, 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 бежим. Оп, не туда. Назад.
Вот и здесь моя подруга. Заблокировать ворота. Поднять уровень воды. Сюда, давай же. Ну, пойдем, пойдем. Нас подставили, Блейд. Люди Радека тут повсюду. Черт, Блейд, тебя здорово потрепали. Возьми. Жаль, но патронов нет. Здесь есть медстанция за дверью. Она тебе не помешает. Хватит пялиться, Блейд. Давай, Блейд. Я уже пыталась. Дверь заперта. Тебе придется разбить стекло. Если там пусто, тебе нужно заменить канистру с регенобиотиком. Поищи, она должна быть где-то рядом. Просто возьми канистру и вставь ее в медстанцию. Как только установишь, сможешь ее использовать. Ну-ка, ну-ка. Обалдеть, это прям один в один, как в Half-Life Alyx. Только не в VR. Там ведь есть тоже такие фишки, где ты находишь. Я пытаюсь связаться со штабом. Не хочу это признавать, но GC был прав. Это была плохая идея. Нам надо быстрее выбираться отсюда. Центр. Центр. Говорит Фокстрот 9. Нам требуется немедленная эвакуация. Да что вы такое несете? Нет. Слушайте, мне плевать на юрисдикцию. Нам нужна эвакуация. Вот дерьмо. Центр. Центр. Блейд в центр умыл руки. Синтек спустил на них своих адвокатов. Короче, если эвакуации будет, то через неделю. Черт! Они вот-вот прорвутся. Ты иди напрямик и попробуй пробраться в лабораторию. Я же вернусь в машину и попробую установить связь с GC напрямую. Он нас вытащит отсюда. Вернусь к тебе, как только смогу. Держись, Блейд. Ага. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Эй, есть. Первого хедшота в голову. Я ему мозги профигачил. Действительно, действительно. Блин, револьвер такой прикольный. Что, меня задавить хотели, что ли? Вот и второй секрет. Немного патронов, немного патрончиков для альтернативного огня, вот только здоровья не хватает. А, точно, у нас же там медстанция есть. Да, Emergy Health Station. Заряжается так же, как в Half-Life. Creation Dome Direct Instead of Ancient Chemicals. Конечно, не пейте химикаты, они опасны для вашего здоровья. Блин, я же не подметил. В предыдущей игре движок Source был полностью переделан для RPG, а здесь в него добавили мушку, прицел. Такого не было. Ну, в предыдущих версиях движка Source, а здесь есть прицел.
Джессика, ответь. Ты бы поосторожнее с этими баллонами. Смотри, пинается еще. Я почти в машине, Блейд. Здесь повсюду наемники Радека. Попасть в лабораторию будет очень непросто. Да, надо бы еще за здоровьем сбегать. Угу, 2080. 2080 Ti. Вот вроде бы мы только начали, а уже немного сложновато. Уже и коцает серьезно. Но патронов пока хватает. На всякий случай я периодически буду сохраняться. Если будет сложновато, будем загружаться. Разбить ящики вы найдете. В них что-то необходимое. Патроны, здоровье. Опа, прямо с первого выстрела. Ну и там, наверное, у нас последний секретик. И нам нужно будет его достать. Сейчас попробуем как-нибудь. Нет, этого будет мало. Блин. Нет, надо что-нибудь еще. Какую-нибудь что-то коробку. Да-да-да-да-да, вот, например, вроде этой. Угу. Теперь получится раз-раз-раз. Ага. Ага. Вы нашли секрет. 5 альтернативных патронов и 200% здоровья. Ты. Так, оружие другое недоступно, но у нас другого и нету. На фи здесь будет три вида оружия. Это вот такой эдакий револьвер, потом будет дробовик. Он ручной, полуавтоматический. Или пистолет, пулемет, или автомат. Но этого вполне хватает для игры на 15-14 часов. Ай-яй-яй-яй-яй. Оттуда бочка вылетела. Ну, зато я всех расфигачил. Хаммер кола. Грейп дринк. Опа-на. Аптечка. Mm-hmm.
Короче, по 4 аптечки можно вытащить. Можно их так всю игру за собой таскать и пройти ее на тяжелом уровне сложности. Секреты спидрана. А, не дает. Если он мне выше 100, он не дает зарядиться. Так, патроны полные. Ну что ж. Уровень в доках мы прошли. Следующий уровень и следующая часть. Прохождение 7 эпизодов Submergence в следующих видео. Всем спасибо за просмотр. До встречи. Всем пока.